Ну вот смотрите. Здравствуйте, друзья. Вот сейчас бегаю, смотрю, какие изменения после всех обработок. И думаю, что и вы точно так же бегаете. И вам, как говорится, некогда и присесть. Природа все время меняется, весна стремительно перерастает в лето. Сейчас подошло время убирать гусениц из сада. Уже гусеница начинает потихонечку подходить. Уже будут листоверточки появляться. И будем обрабатывать уже их липидоцидиком. Это на яблонях у нас будет. А вот виноград, в этом году он у нас сильно примерз. Все-таки надо будет взять раствор, сделать 20-20-20 и подлить под корень. Литров хотя бы по 3-4 под корень. Можно к липидоциду добавить тикамин микс или макс для улучшения корневой системы винограда. Потому что виноград у нас очень приболел, потому что мы не в Сумах, а у нас погода совершенно другая, чем в городе. Это первое. Что еще хочется отметить? Против виноградного клеща, поскольку в этом году виноград ослаб, можно использовать биологически активное вещество битоксибацилин, которое мы использовали в прошлой передаче на клубнике. После битоксибацилина вообще продукцию можно кушать в тот же день. С этим ясно. Сейчас у нас с вами какие работы в саду? У нас сейчас очень важно лук не потерять. Обязательно проливаем лук акторой из расчета 1,4 грамма акторы на 5 литров воды. Можно на 6 литров воды. Актора – инсектицид, эффективный против широкого спектра вредителей, как при почвенно-внесении, так и при наземных опрыскиваниях. Предназначен для защиты картофеля от колорадского жука, смородины – от тли, цветочных культур – от тли, белокрылки, трипсов, щитовок и ложнощитовок. Запомнили? 1,4 грамма акторы на 5 литров воды. На сад идет липидоцид сейчас, битоксибацилин и биотлин. А сейчас, пока я буду заниматься осмотром деревьев, я попрошу Филиппа, моего сына, чтобы он немножко показал вам, как надо на данном этапе работать с огурцами. Помните, мы в тепличке показывали рассаду огурцам. Вы видели, как мы закаливали, как мы протравливали. Вот сейчас эта рассада растет в теплице. И Филипп Викторович вам все подробненько покажет и расскажет. Сейчас мы можем наблюдать кусты клубники, которые были высажены под пленкой. Ягода появляется под пленочкой. На 3 недели раньше. В некоторых местах видно уже красную клубнику. Плюс она не повреждена вредителем, плюс она не болеет. Скорость роста в 3 раза выше, нежели у той, что растет на открытом грунте. Под перепадами температур, под стрессовыми условиями от вредителя, от заболеваний. Поэтому, конечно, клубника под волокном или под пленкой – это в разы эффективнее, в разы экономичнее по затратам на вредителя, вкуснее раньше, нежели мы могли бы ожидать на грунте. Я хотел бы продолжить тему посадки огурца. В прошлых передачах мы производили высадку огурца простым методом. Делали луночку, в луночку досыпали живительные силы, это комплекс микроорганизмов, и садим огурчик. Затем брали препараты от заболеваний, это препараты Привикур, антибиотический препарат широкого спектра действия. Можно применять в грунт, можно применять по листу. Привикур – фунгицид, обладающий как защитными, так и растостимулирующими свойствами. Обладает широким спектром активности против возбудителей корневых гнилей и переноспороза. Повышает сопротивляемость растения инфекции, стимулирует укоренение черенков, рост и цветение растений. Он уничтожает всю живую патогенную флору. Вот это Привикур. Работали в комплексе с биоглобином. Биоглобин – это у нас обмен веществ. То есть, если мы даем препарат против вируса, то мы автоматически добавляем витаминки, автоматически восполняем недостающие компоненты строения растения. Мы добавляем санимикс универсальный для сада-огорода вместе с антибиотиком Привикур и также биоглобином. Наше питание качественно усвоится в растении. Биоглобин также эффективен
в совместимости с синтетическими препаратами, потому что он выводит растения из стрессового состояния от обработки синтетиком. Дальше мы работали под кормочками по огурцу. Мы видим насыщенный зеленый цвет листа, мощный корень. Мощный корень я определяю по тому, как растение развивается на поверхности почвы. Листья насыщенного зеленого цвета – это говорит о силе растения, о том, что оно способно развиваться интенсивно, что его нет торможения ни снизу, со стороны вредителей. И в то же время мы видим, что на поверхности листа вредителя не наблюдается. Мы подкармливали огурцы удобрениями кемира, содержащими азот для развития листовой массы зелени, и также содержащими калий и фосфор для наращивания корня. Потому что мы знаем, что основа растения – это корень. То есть корень берет питательные вещества и также помогает растению в засушливые периоды, в периоды перепадов температуры. Очень важно сбалансированное питание с содержанием кальция и калия в моменты перепада температур. Мы даем кальциевую селитру под корень, буквально 100 мл под один кустик. Вот. За счет этого укрепляем скелет, структуру самого растения, и мы получаем целостное, крепкое растение, где клетки всего растения защищены каркасом, скелетом, за счет подкормок калия и кальция. Вкратце я ознакомил вас с основными инструментами по раннему выращиванию огурца. А, ребята, вот сейчас я тут побежал, пока кто-то работает с огурцами, а я пошел к моему любимому овощу. Это травянистое растение, которое называется аспарагус. Это спаржа. Ну, у нас есть сорта, которые в Украине. Это спаржа аржентальская. А это у меня спаржа итальянская. Название я ее не помню, но я знаю, что вот эта спаржа у меня выдерживает морозы до 30 и так далее. Вот я сейчас ее вот так вытрезаю. Вообще ее вот в маркетах она продается очень дорого. Я не знаю, пучок, по-моему, продавался рублей 40-50. Ну и правильно выращивать спаржу, конечно, вот надо тут закучить ее, окучивать все время, чтобы она была такая беленькая. Если она в земле, она отбеленная. А вот здесь мы просто не успеваем с вами за этим делом. И поэтому вот так вот, если отрезать, вот она, такая спаржа. Ну, вот это уже, конечно, спаржа переросла, но все равно она в еду годится. Почему? Потому что сейчас не жарко, она нежная, сочная. Пищу употребляют побеги спаржи. Они, конечно, уже, если посмотреть по физиологической форме, показывают, что они очень полезны для мужского здоровья. Целебные свойства данного овоща люди заметили издревле. Еще в Римской империи питание было введено спаржа. Она богата не только белками, она богата аспарагином, который плодотворно влияет на кровообращение, влияет на надпочечники очень хорошо, на почки. И поэтому всегда те, кто употребляет спаржу в пищу, у большинства людей очень большой порядок с вот этими, как бы, с мочеполовой системой. Большое количество витамина С, железа, наличие йода и многих других микроэлементов делает спаржу очень полезной. Так она участвует хорошо и в стимуляции пищеварительных процессов. Спаржу можно кушать вот так, просто помыть и кушать. Спаржу можно отваривать, делать из нее типа, ну, как бы соуса. Ее можно тушить другими овощами. То есть простой, доступный во всех отношениях лечебный овощ, который очень просто растет на наших землях. Что может быть приятнее, чем отдых на лужайке идеально гладкого, чистого газона? Для того, чтобы газон был чистым, мы используем препарат. Препарат Линтур. Линтур – высокотехнологичный гербицид, имеющий широкий спектр действия. Решает проблему трудноискоренимых сорняков,
уничтожая не только надземную часть, но и корневую систему. Защищает все основные зерновые культуры, а также газонные травы. Линтур рассчитан, один пакет, на 3-5 литров воды. Вот. Делаем стандартно баковую смесь, маточный раствор. То есть мы уже по живой травке зеленой работаем препаратом, гербицидом линтур. Опрыскивание раствором гербицида линтур производится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду. И потом сплошным слоем проходим по газону. И где-то через 10 дней, 7-10 дней, в зависимости от температурного режима, сорняк исчезнет, а зеленый красивый газон для отдыха останется. У нас здесь посеян универсальный газон, он не вытаптывается, то есть даже если собака побегает, дети, он встанет и будет расти дальше на протяжении 2 лет. Газон лучше брать голландский, голландской селекции. Немцы делают самый качественный 5-составный газон. Кто любит позаниматься физкультурными занятиями, кто любит пикники для пикников, приятное место. Ну, вот таким образом мы и убираем сорняк с газона. Буквально за 5 минут наша лужайка потенциально чистая, идеальная зеленая травка остается. О, уже и время уходит. Сейчас я только что успел сделать подкормочки нашей уважаемой петунии. Опять же, я ее подкармливал кемирой люкс с биоглобинчиком. Уже растения очень хорошо раскусились. Даже интересно сейчас их держать в руках, весомые. Ну что, друзья, забот, как говорится, у нас не отбавляется. Хочу тоже пожелать, чтобы вы со своими трудами и заботами справлялись точно так же, как и я вот тут справляюсь, чтобы труд был не просто ради куска хлеба, а чтобы он, ну, как бы радовал глаз. Поэтому побольше вам прекрасного, побольше вам красивого, всего самого доброго вокруг вас. И это самое главное. До свидания.